Здравствуйте, дорогие мои друзья. Что же, Якутия продолжает гореть. Уже, знаете, как бы к этой дикости, что горят, сгорели миллионы гектаров, мы уже как бы, ну, горят. Каждый день горят, да? Хотя трагедии и природы, и да вообще, ну, огромной страны, всего мира, для нас воспринимается так уже. Ну что, еще там сотни тысяч гектаров. И сейчас уже начинают гореть поселки. Уже там 31 дом сгорел, уже людей там эвакуируют. Власти Якутии продолжают, как говорится, знаете, разводить руками. Что ж такого? Ну, горит и горит. Большая земля, большой огонь. Трагедия, друзья мои. И шаман продолжает сидеть в тюрьме. Сидеть в СИЗО, и ходят слухи, что начинают ему даже в СИЗО давать успокоительные препараты. Думают таким образом, наверное, что, успокоив шамана, успокоите природу. Нет, друзья мои, нет. Несмотря на то, что, как говорится, наши глаза замылились, наши души не должны замыливаться. Мы должны понимать, что вот эта вот трагедия продолжается. Что напрямую свобода шамана и свобода этого мира, не только Якутии, зависит вот от этих вещей. Не только Якутия, а наш господин ПЖ, когда он там вчера, что ли, позавчера, облетал Челябинскую область с вертолетов с этими важными лицами, они посмотрели вокруг. Опять же, какие-то компенсации, какие-то разговоры вот этих жалких барыг, что если, ну, они заплатят компенсации за дачные домики, еще за что-то такое, что это может, деньгами можно залить это. Нет. И с такими довольными лицами, несмотря вот на трагедии, они не могут остановить никакими боевыми роботами, никакими своими важными заявлениями, ни заседаниями правительства. Они не могут ничего сделать. Это бессильные, я не знаю, как бы их и назвать-то. Оскорбительно хочется назвать. Но трагедия, друзья мои. Трагедия. Якутия продолжает гореть. Наша воля, наше намерение остановить это. Запретить. Запретить, чтобы леса горели. Потому что уже, видите, август месяц, уже скоро, так сказать, белые мухи полетят. Все, дорогие мои, пока.